mit einem Spieler vom Gegner in Unterzahl 2-1 zu verlieren, ist das Ergebnis ist ein Desaster. Конечно, такой результат нельзя классифицировать иначе, как катастрофический, потому что команда большинство времени играла в большинстве, и не выиграть ни такую игру, это, конечно, никуда не годится. Das Spiel selber war verständlicherweise gegen eine Unterzahl in Mannschaft. Natürlich waren wir überlegen, wir hatten genügend Möglichkeiten, das ein oder andere Tor mehr zu erzielen. Allerdings haben wir uns dann beim 2-1 vor allem in der Defensive sehr, sehr kompliziert und schlecht verhalten. Да, конечно, игра приобрела свой рисунок, который приобретает каждая игра, когда команда соперника остается в меньшинстве. У нас было преимущество и численное. Мы создали достаточное количество моментов, могли воспользоваться этим, могли превратить свои шансы в гол. К сожалению, не очень строгая игра, немножко такая не строгая игра в обороне привела к тому, что мы в обороне пропустили второй гол. Если у вас есть вопросы, наверняка есть, попрошу тогда представляться и задавать. Здравствуйте, Сергей Вельчинский. Йозеф, два вопроса будет. Игра с Химками и Оренбургом настроила на позитивный лад. Команда показывала хорошее и движение, и взаимопонимание. Сегодня в первом тайме тоже это имело место, но во втором что-то разладилось. Вместо комбинаций слишком много, я считаю, было дальних ударов, которые, в общем-то, и привели к тому, когда они не попадали в створ ворот, что Локомотив не смог не только, так скажем, победить, а получилось так, что даже проиграл. Ja, das ist richtig. Wir haben alles versucht. Natürlich ist es in der zweiten Halbzeit dann schwieriger, gegen einen ganz tief stehenden Gegner zu spielen, um da Lösungen zu finden. Das ist nicht einfach. Конечно, мы все попробовали, мы бросили все силы, постарались сделать все возможное, чтобы выиграть эту игру, бросить все свои силы вперед, но во втором тайме особенно очень сложно играть против команды, у которой практически вся команда стоит в обороне, 9-10 игроков стоят в обороне, очень сложно взламывать такую команду. Wir haben trotzdem Lösungen gefunden, wir haben nicht nur geschossen, sondern wir haben auch, Kerk ist alleine aufs Tor zugelaufen, Ivan ist alleine aufs Tor zugelaufen, also wir hatten auch noch andere Möglichkeiten, außer einen Schuss von der Weite, sondern wir haben auch einen Kopfball gehabt, also verschiedene Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen, aber letztendlich haben wir uns selbst bestraft, weil wir im Defensivverhalten uns kompliziert und nicht gut angestellt haben und hätten, wie gesagt, um das Spiel zu gewinnen, musst du Tore schießen. Да, ну, могу сказать, что мы попробовали все возможные методы, чтобы выиграть эту игру. Это были не только удары, и удары с дальних дистанций. Это также вы можете вспомнить выходы практически Екерка, Ивана Игнатьева, один на один. Удары головой, то есть мы большую вариацию, не только удары по воротам, мы старались использовать все возможные средства, мы старались бросить в бой. Но опять же, повторюсь, немножко не строгая игра в обороне привела к тому, что мы пропустили гол. И второй вопрос, почему так рано заменили Артема Карпукаса? У него почувствовал боль в приводящей мышце, поэтому это... Wollte selber raus. Да. Он сам нам дал знак, что не смог продолжать игру.